Одна из величайших православных святынь, по преданию сохранившейся до наших дней, прибыла в минувшую субботу после обеда в Измаил. Честной поезд Пресвятой Богородицы прибудет в Свято-Покровском кафедральном соборе до субботы 25 июля. Пояс Мать Иисуса сплела собственноручно из верблюжьей шерсти, а после Успения Богоматери он был передан ученику Христа Фоме. Встретил ковчег с реликвией настоятель Свято-Покровского собора отец Симеон. В торжественной церемонии приняли участие другие православные служители. Ежедневно в храме совершается служение в 11-16 часов. В первый день нашлось немало желающих прикоснуться к великой святыне. Каждый получил возможность подойти к ковчегу лично и помолиться. Известно, что данная христианская святыня помогает женщинам, страдающим бесплодием, а также больным с онкодиагнозом. Кстати, в православии избран день, когда происходит почитание пояса Пресвятой Богородицы. 13 сентября по новому стилю. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».